И девятка и шестерка это тоже руны. А соединенная 9 и 6, то есть шестерка, а потом идет вниз 9. Это тоже руна, она же мудра. Мудру три шестерки все знают, это знак окей. Но никто не знает, что если добавить к этому кое-что, вторую симметричную половину, это будет именно та мудра, и именно она нужна, когда нужно перевернуть ситуацию с одного в другое, отзеркалить и отразить кое-что. Итак, обещанная мудра, она простая. Смысл круг, все знают три шестерочки, но если сделать вот так, на самом деле, ну, вот так-то все знают. И вот эту же мудру все знают, три шестерочки. Но если ее дополнить, вот указательный с большим и большой с указательным, правое и левое. Одна рука вот так, другая вот так. Либо вот так наложить. Получается вот. Вот он контакт. Вот получается реальности разные. А вот круг. Вот здесь. Вот так можно, но это другой смысл. Вот. Можно вот так сделать. И совместить вот это. Но там тогда получится тоже другой смысл. Немножко. Круг будет плоский, а это скорее выпрямление реальности. Нет, вот так вот. Веер реальности, круг. И все это соединяется, переходит одно в другое. Вот он, тот самый инь-янь, гармония, противоположности, скажем так, слияние и переход противоположности одно в другое. Это почти символ мироздания. Но отзеркаленный с симметрией в точке. Не вертикальная симметрия, а в одной точке симметрично, одной точке где-то вот в центре. Вот кружочек, вот он. А вот реальности ситуации, которые расходятся и переходят одна в другую, в противоположность. Вот тут максимально нужно постараться круг сделать. Ну, у меня тут полуовал, полу... неважно. Суть вот это, вот круг. А вот тут вот... как бы реальность. Это нужно почувствовать потоки энергии, ходящие из пальца и из пальцев. И переходящие через тело, через тебя, через этот круг, через сознание снизу и сверху. Интересное ощущение. Пробуем, работаем. Потому что это дает нам возможность поменять ситуацию. Если умело применить эту руну, она даст неплохие возможности.